bitches lost. So some O and a no, and fucking with them old boys, you gon' get fucked over. Rari's and Rovers, these hoes are cheap salsa. Hit on with that Cobra, now that boy slumped over. They do it all for salsa. Итак, привет всем. Я решил тут сходить на панду, ну, кунг-фу панда. И произошел такой инцидент, то что я опоздал, и все билеты раскупили. Сейчас я иду гулять с друзьями, и я думаю, этот денек я хочу посвятить знакомству. Я буду учить вас пикапить девчонок. Борьба за хлеб! Кому принадлежит хлеб? Вот так бабки дерутся на рынке. Давай, давай! Баба Люда, давай! Баба Люда! Баба Галя, давай, не проигрывай! Баба Галя, давай! Че, ну, за попу трогает? Это какой-то метод специальный? Попу захватывающий? Захватил за попу, увалил. Да не обнимай, смотри! Он его... Фу! За что ты его хватаешь? А где шапка-то? Вот так. Ух ты! Подшатнуло его слегка. Просто прыгни резко. И он такой, уии, как в мультике. Не, если он прыгнет, ты улетишь, Лёша. Вообще, по-моему, даже никто не хочет поговорить. Как дела? Наконец-то! Нормально. Ладно, учитывая нашу ситуацию, она ненормальная. Что именно? Да я не снимаю. Ну этот пожизненно меня игнорит. А потом еще. Вот. Тебя все стали замечать. Пошлите. Ты можешь как дурак ходить, руки развести так, типа, люди, земляне. Я тут, алё! Вы слышите меня? Ну, улыбните кто-нибудь, улыбните. Он меня улыбнулся. Давай. Работай. Тебе вообще что-то не нравится, походу. Он старается, тыжится, пыжится, а тебе пофиг. Соревишь? Он тут ради тебя так вниз вперед, вниз вверх, вниз вверх. Я стою так только ногами. Три, поактивнее стал, поактивнее. Зашевелился. У тебя я не шевелился. Ну просто на камеру снимаю, мало ли со мной что случится. Вот так вот покажу то, что тут конфетка какая-то. Да влезь за вы уже. Соси. Нет. Соси. Я не такой. Ты такой? Нет. У тебя уже язык желтый, мы все это видим. Сейчас буду учить знакомиться с девчонками. Ебанутый. Ай да, пошли там кто-то. Можно познакомиться? Да. Точно? Да. Я не знаю, что делать. Бежим. Бежим. Ну ладно. Итак, короче, мы пытались запикапить девчонок. Но я что-то трухнул. Я не знаю просто, что дальше делать. Я знаю то, что нужно подойти, спросить, можно познакомиться. А насчет того, что она согласится, я вообще даже представления не имел. Сейчас мы идем к Денису. Как только придем, буду дальше снимать. Сейчас мы едем на Колхозку, у меня мало времени, потому что потом меня не будет слышно. Вот. Будем снимать все, что тут будет происходить. Сейчас опять начнет шуметь. И вот она начала. Да. Нет, у нас просто есть канал. Как вытекает из руки? Девочка, ага.
кондуктор вымогатель, вымогая деньги у посетителей троллейбуса. Она ворует. Она ворует. Да. Сними как кто стоит. Маленький друг вообще итак, не в курсе, что происходит. Улыбнитесь, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста, нашу поездку. Да что скажете? Как вы подговорили эту... Кондуктора? Да, кондуктор. А кондуктор, так скажем, был не очень дружелюбным по сравнению к нам, потому что она не стала отвечать на наши вопросы. Именно вот поэтому мы идем дальше. Кондуктору мы сказали, что это типа новости. Ну, мы типа обманули. Новости, но она нам не поверила. Да, она нам не поверила, но все же дала интервью. Потом заставила нас сниматься на эту камеру. Да. И какой-то дурак припарковался прямо на, скажем, на площади рынка колхозного. Колхозного вот. Рынка, да-да, вы не ослышались. Да, мы это не китайский дальше. Рынок, потому что некоторые будут сказать китайским. Будем идти в KFC и пробовать комментировать еду, интересно, из чего они готовят и так далее. Кстати, наш маленький друг будет сидеть и пробовать это все. Посмотрите на его пузико. Он старается, он тужится. Сколько народа выходит из KFC? Прям целая толпа. Массовый опрос. Сейчас мы закажем еду и будем их пробовать. Интересно, мы найдем тут свободное место. Ах ты взяточник. Платишь ему за то, чтобы он улыбался. Улыбайся. Так, мы заказали сейчас обед, и нам его принесли. То есть вот. Курочки тут вообще мало, только 3 кусочка. Ну, то есть вообще. И этот чикен. Вот он какой-то. Такой потеканный. Смотри, как майонеза мне положили, вообще жесть. Много? Да не хотят, чтобы я разжирнел тут. Наоборот, это классно. Потом. Они тоже заказали, тоже 3 кусочки. Две кусочки. Да я уже съел 2. Ты уже съел 2? Нифига ты. Да им побольше моего положили. И колу. Будем пробовать это все. Я думаю, будет очень смешно. Сейчас кто-нибудь впадает, будет тащить микрофон. Так. Я потом буду комментировать. И еще я проголодался, не могу. И еще я тут слышал то, что тут есть туалет, ну он здесь. И тут надо покупать обед, и тут будет указан код. То есть на туалете стоит код. То есть сейчас я вам покажу. Чтобы пойти в туалет, надо что-то заказать. Вот, код для туалета. Да, серьезно. Чтоб чужие не ходили в туалет. Код для туалета. 4, 5, 4, 7, 9, 1. 4. Блин. Я дошел в туалет. Где вообще видно, что сходить в туалет без стекол? То есть... Мне он это выложит? Моя. Хочешь себе шарик? Да, я хочу себе шарик. Мне будет шарик, а у вас его не будет, ясно? Мне дали шарик. Это... Боже мой, бедный.
обязательный шарик. Какая хорошая погода. Именно сегодня мы будем снимать видеоблог. Да. Вы, наверное, думаете, почему у меня такой голос? Все потому, что это ни хера не гелевый шарик. Это нифига не гелевый шарик. На самом деле голос у меня обычный. Но иногда можно его поменять вот так. А иногда просто спокойно. Иногда даже брутально. И без всяких гелевых шариков. Да. Это было лишнее. Посмотри, у меня шарик постарел. Ничего не видно. Он постарел. Нет, не видно. Мы вышли из KFC, поели. В принципе, смотрите, что я вижу. Нет, я нифига ничего не вижу. Я вижу скутер зимой, который ездит на машине. Также мы вышли из KFC, и у нас в руках с собой маленький подарок, который мы получили от компании KFC So Good. Также со мной идет мой друг, и он хочет взорвать шарик, который я ой как не люблю. Пожалуйста, будь добр, не взрывай его при мне. Посмотрите, насколько он огромный. Сравни со своей головой. Сейчас завяжу только его. Он завязывает шарик, я боюсь, что он лопнет. Правильно делаю. Мой маленький друг тоже этого боится. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Он сзади идет. Он идет сзади. Маленький дружок. Теперь у меня вопрос. Он снимает просто этот. Смотри. Обратите внимание, насколько он велик. Он даже больше головы. Мы идем дальше. Продолжаем путешествие, дурак. Я сделал. Итак, сейчас мы поели в KFC, то есть, поели мы в KFC. Вот, встретили девчонок. Они попросили скинуть мой канал. Вот, считай, этот спецвыпуск был посвящен знакомству. Но я пытался познакомиться на видео, я запаниковал и убежал. А сейчас мы идем провожать вот этих ребят. И к нам подойдет Дэн. Ну, потом мы будем снимать, естественно. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ребят, серьезно, вы смотрите мое видео, я же вижу, сколько просмотров. Но почему вы не подписываетесь? Ведь это не трудно. Зато для меня это будет подарок от вас, помощь. Продаю чунгу-чанга, которая весело лежит. Весело лежит. Ага. Девочки держатся за руку. Сейчас мы в 5 Cinema, ну, в ТСК. На колхозном рынке, в общем, мы сейчас. И мы пойдем в волшебную страну, где творится чудеса. Называется динозаврия. Вот это. Пошли. Денис, сможешь мне объяснить, что в динозаврии делает человек-паук? В динозаврии. Где динозавры? Хорошо, покажи свою большую попу. Человек-паук. Да, да смотри, какая большая попа у человека-паука. Такие ягодички. Помаши мне, Лав. Он танцует. Куда пойдем? Пойдем гулять? Нет, не пойдем гулять. Ты ему не нравишься. Нет, смотри, я ему говорю, ты же рот открываешь. Какие из... зубки. Он из-за тебя, у него язык дрожит. Типа, чё тут здесь происходит? Я нам докажу. Нет, знаешь, у него такое лицо, типа, вообще ни о чем. Он в шоке, что он тут делает. А этот вообще пальму нюхает. Занюхал пальму. Я родился! Брутальный взгляд, у него брутальный взгляд. Да, да, у него брутальный взгляд. По-моему, она устала. Уже диджей устал. Дома диджей. Диджей дома, и тут еще диджей. Сходили. В примерочной, короче, как обычно, ТБшки такие. Это чистая мель.
Увидите его. Они же любят в примерочных, как бы, фоткаться. На нем. И я, короче, решил попробовать, как, ну, каково это вообще. Дай комментарий скажу. Это страшно, это очень страшно. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока! Ты чё ноешь? Ты же Человек-паук. Да мне снег в трусы попал. Человек-паук ради этого не будет тыть. Не продавай его честь. Люди, люди, а вы заметили, что Человек-паук не в своем костюме? А я-то думал, на паутине получу. Да ничего, получу паутину.